ждет Россию, ничего плохого и ничего хорошего. Россию ждет... Россию ждет Олимпиада в Сочи, во-первых. И мы все должны ее пережить. Кто-то говорит о каком-то серьезном экономическом кризисе. Я думаю, что Россию ждет заметный технологический рывок, потому что к управлению проектами абсолютно разными приходят люди без советского багажа, без советского прошлого. Я думаю, что люди с мозгами, ориентированными на просто существование одной большой страны в нашем общем мире, могут сделать куда больше, чем те, которые просто в силу привычки ограждаются большими заборами. И думаю, что ничего плохого нашу страну в ближайшем будущем ждать не будет.